Котлован по соседству со столичной 4-й гимназией начали, наконец, засыпать землей. Напомним, еще в 2012 году по проекту здесь должны были построить торговый комплекс. Но из всего запланированного только вырыли котлован, а дальше стройка заморозилась. Жалобы посыпались одна за одной. Родители учеников гимназии посчитали стройку опасным соседством. Жители соседних домов чуть не потеряли дорогу. Дело сдвинулось в ноябре 2016 года, когда арбитражный суд вынес вердикт. Аренду земельного участка не продлевать, стройку прекратить. Недобросовестный застройщик был отдан под суд. Бульдозеры, экскаваторы и КАМАЗы. Сейчас на объекте кипит работа. В будущем на месте котлована могут появиться парковочные места или зона для высадки школьников.